Шейкер с пружиной еще внутри. Пружина бегает, лучше сбивает. Все. Все. Как первая тренировка на родной земле, в родном клубе. Ну, только с самолета сразу сюда, сразу взял такси, приехал сюда. Ну, конечно, эмоций куча. Всех рад очень видеть, за всеми соскучился. И сейчас как бы вот только после тренировки еще мокрый не остыл, но впечатлений много, очень хорошее, все позитивно. Ничего плохого не могу, я не хочу сказать, потому что очень соскучился и очень рад потренироваться здесь. Понятно. Следующий бой, где мы увидим, когда и с кем? 27 мая в Мадриде, Испания, с 1-16 К1 финал с Сун Хван Ли, корейский спортсмен. Я однажды с ним встречался в 2008 году, также на К1 1-16 выиграл нокаутом в третьем раунде. Ну, желаем повторить вот этот успех только в первом раунде уже. Спасибо. Чтобы не тратить много сил. К1 реанимируется? Ну, вроде, слава богу, так сейчас пока по слухам, по всем новостям в интернете уже как бы встает на ноги, но можно будет что-то конкретно сказать после первого турнира. Уже известна такая информация, что на этом турнире будет арена на 50 тысяч зрителей. Как бы вроде бы реанимируется, возвращается и как бы не с плохими успехами. Планы на будущее обозримые? Ну, сейчас К1-16, Бог даст, я надеюсь, все будет хорошо, как бы к этому готовлюсь, к этому иду. Потом планирую, наверное, летом приехать чуть-чуть в Одессу, здесь отдохнуть и также потренироваться с ребятами. И, наверное, с августа вернусь обратно в Голландию, с начала июля вернусь обратно в Голландию и начну готовиться уже к финалу К1. Финал планируется пройти в ноябре, еще не знаю где. Но, может, будут еще какие-то промежуточные бои. Пожелаем успехов, болеем и надеемся, что выиграешь К1 и не один раз. Спасибо большое. Спасибо большое за поддержку. Спасибо Витаману за поддержку.